Форум развития регионов «Лучшее для России» собрал представителей российских компаний, которые реализуют федеральные и монорегиональные проекты в социально-экономической сфере страны. Не случайно он проводится в Сочи. Наш город – показатель эффективного и качественного развития региона. Здесь обсуждают будущее всей страны. Проводят анализ и выделяют приоритетные социально-экономические направления. А лучшие и оригинальные проекты заслужили специальную премию. Например, отмечена лучшая детская площадка России в загородном подмосковном отеле. Мультфильм – это «Маша и Медведь». Поэтому мы решили сделать ее стилизованной полностью с этим мультфильмом. Пригласили создателей мультфильма, которые, в общем-то, нас консультировали, помогали, делали все это, организовывали. И состоялось открытие, дети были очень довольны. Представлен инвестиционный проект по модернизации региональной навигационно-информационной системы Московской области. Это цифровая система нового поколения, которая позволяет региону контролировать выполнение работы в области пассажирских и школьных автобусов, дорожной уборочной техники и так далее. Это первый такого рода инвестиционный проект. В компании отметили, что этим проектом модернизации заинтересовались и другие регионы России. Уже контролируются пассажирские предприятия. Уже можно сравнить, какое пассажирское предприятие лучше перевезло пассажиров, какое хуже, какие водители не нарушали скорость, какие нарушали. То есть теперь для субъекта есть реальный инструмент контроля. Отмеченное массовое вовлечение людей в спорт. Здесь лидирует сеть фитнес-клубов «Зебра» с 20-летним опытом работы от эконом-класса до бизнес- и премиум-сегмента. От других клубов их отличает особая благотворительная программа – это помощь инвалидам, пенсионерам, детским домам. У нас действует сеть салонов спа и салонов красоты, поэтому у нас больше уже не спортивные клубы, да, а клуб коммуникативный, по интересам, люди знакомятся, и люди практически полностью могут свой досуг провести в наших клубах практически от и до. Премии развития регионов «Лучшее для России» отмечена и федеральная сеть фитнес-клубов «Территория фитнеса» за их успешность и стремление к развитию по всей стране. Мы приняли внутреннюю стратегию 2022. У нас сейчас действуют 12 клубов в Москве и в России. И к 2022 году мы хотим открыть еще более 100 клубов. И свою миссию формулируем как привлечение наших сограждан к активному образу жизни и пропаганда спорта. Торжественная церемония вручения наград прошла в 12 номинациях. Это интернет-связь, коммуникации, транспорт, туризм, промышленность, образование, здоровье, развитие розничной торговли, сельское хозяйство, поддержка малого и среднего бизнеса, жилищный вопрос и спорт. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.